Добрый день. Давайте пройдем тему геометрическое место точек. И напишем, нарисуем первую букву вашего имени. Ну, например, вас зовут Таня. Татьяна, первая буква имени Т. Значит, отобразим сначала координатную плоскость. А для этого нарисуем оси Y и X. Это у нас будут оси. А, соответственно, это у нас ось X. Это ось Y. Здесь мы нарисуем масштаб. Здесь нолик у нас будет. И, собственно говоря, нарисуем саму букву Т. Вот у нас здесь будет такая. Ну, здесь немножко на Excel. Но это можете не запоминать, как я это делаю. У нас здесь будет такая буковка Т. Вот. Это буква Т. Как ее записать? Мы вот здесь вот в этой области как раз запишем. Она состоит из двух отрезков. Первый отрезок. Здесь у нас получается 2, тут 2, тут 3, да? Итак, первое уравнение. Уравнение вот этого горизонтального отрезка. Здесь y равняется 2. И здесь мы должны написать следующее. И... Но мы должны ограничить, потому что y равно 2 – это горизонтальная линия, которая пересекает ось y в двойке. То есть это у нас будет вот такая вот горизонтальная линия. Но мы должны ее ограничить. Она у нас ограничена по x, по x от единицы до тройки. Соответственно, мы пишем здесь, что у нас... x больше либо равно, ну, в принципе, нам не обязательно здесь равенство строгое писать, можно и просто без, просто x до 3. То есть мы здесь ограничили x. Теперь нам нужно нарисовать, записать второе уравнение для вертикального вот этого отрезка. Но мы должны понять, что мы их не пересекаем, то есть здесь у нас будет логическое или. Ну, аналогично, тогда у нас получается x равно 2. Извините, да, здесь. И y от нуля, извините, от нуля до двоечки. Вот, получилось у нас вот такое вот уравнение. Да, сейчас его, может быть, здесь крупнее напишу. А можно записать это также в виде фигурных и квадратных скобочках. Ну, в зависимости от того, как, до какого системы обозначения вы договорились. Вот эта вот система уравнений как раз описывает нам геометрическое место точек для буквы Т. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк.